подписки дарятся не кто онлайн, а всем фолловерам. Не совсем так. То есть, но я понимаю, что из 50 зрителей там дофига было с подписками, и то, что он подписок столько подарил, они ушли кому-то. То есть в приоритете уходят тем, кто онлайн. Это я видел записи после кого. В 3 часа ночи, Ван Грон. В 3 часа. Понимаешь, я что-то даже пул не посмотрел. Ну, гоу. Гоу катать. Здоров, стример. Здоров, мямле. Вы чувствуете, как мне больно сейчас? Вы чувствуете эту боль? Вы понимаете, вот насколько мне сейчас больно? Так хотелось выставить этого парня. В смысле кончил? Это наоборот. Это было противоположное. Противоположное действие, так сказать, процессу кончания. Это наоборот что-то было. Я в обратную сторону кончил. Это развозбудился, или как правильнее сказать. Расстройство, короче, посетило меня. Клок не простит, Акс простит. Да, я думаю, и так сойдет. А кто у нас там интересный есть? Вообще тут все понятно. Ты че паришь? Он был делать вот так и вот так. А ты чё, в отпуске или в зомби записался до 3 ночи стримить, а потом на завод тырить? Ну, в зомби записался, походу. Нет, не в отпуске. Походу, просто зомби. Так, по заветам Оситки Акс простит. Здоров, Денис Борисович. Welcome. Спасибо за поддержку. Акс простит. Ну, угадал, а чё толку? Сильно достаточно. Не знаю, хватит ли тут бары. Хотя чё угадал ты один, Рики, с этой своей мелипиздрической тучкой? Ни хрена не делает. Ладно, сины чё-то делают. Сины чё-то доделают. Молодцы, сины.
Байт байтецкий. Байт байтецкий. Ты куда полез? Я тебя не просил туда вылазить. Вообще-то заветы осидки. Денег нет, хп как у стрикера. А, не переставился, ну ладно. Я надеюсь, клок нам поможет. СФ не скастит. Мирана скастила, зараза. Коза вот скастит плохо. А клокер там попукать успел. Ну ладно, Барак, кто такая коза? Покажи ей коровий гнев. Есть у меня шанс выставить меха? Конечно, есть, но мы его не выставим. Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ту. Не угадал, ну ладно, с кем не бывает. Немножечко не угадал. Я, кстати, тоже пересмотрел немного записи кавунчиков, где без яиц и вилок на инферналов дефнул 240, что ли. Я тебе тогда говорил, что это топ до 350, ты можешь спокойно себя вытянуть. Да и после не самое говно. А, короче, Марикопчик, проблема в чем? Я это уже делал от безысходности, понимая, что я ничего не найду, денег на рерол нет, мне нужно было хоть на чем-то оставаться. Так как я нашел омника, можно было поставить хотя бы это. 6, 7, 8. 6, 7. Короче, это уж смысл не имеет. Это, в принципе, тоже. Просто будем усердно страдать. Победки закончились, я чувствую. Пятихантер. Скади не изменяет себе никогда. В любой непонятной ситуации хантеры. В понятной, кстати, тоже. Зато никогда нет дилемм. Чем же мне играть? Правильно? А жопушка, опять мне на стрик не дает сесть. Я так примерно и думал, что оно случится. И денег ни на что не хватает сейчас, да? Зачем я это сделал? Шесть, десять. Ну тут, короче, в любом случае я в десятку выхожу. Ух. Это я про вчерашний вечер или сегодняшнее утро. Ты вот как хочешь, так и определяй, что это было. Вчерашний вечер или сегодняшнее утро. Опа, нежить, Саб-Зеро. Блиновато нежить впиливается, но я на единичках стою, если бы двойки были, было бы лучше. Я, как всегда, что выкинула? Нет, ты тут же, ты же онлайн. А, не он, а она, но неважно. Не суть. Блин, обилка нужна хорошая. Давайте думать. У меня есть вариант вот это. Есть вариант вот это. Есть вариант вот это. Есть вариант вот это. Приоритет. Weapon Smith. Вот этот. Но тут, да, зависеть будет от того, чем мы наролим. Окей. Ронда Мандарин, привет, надеюсь, поддержка пришла моя. Привет, чатик. Связь, сука, плохая, не могу на работе. Могу загрузить, не могу прямой эфир. Эх, этот сервер, в общем, вам хорошего стрима, игр.
А потом гляну повтор, обнял сосисочка, привет, Рондо Мандарин. Значит, у нас Денис Борисович, судя по всему. И, ну, отправить ему надо сердечек, раз он не слышит прямой трансляции. Го, посмотрим, что есть. Уитман Смит и смотрю, тут делают. В жопу. Ой, гоу, так, постоим, надеюсь, нас хватит. А что тут, 4 тролля, ты один легионка, пиво. Сларк миссы пробьет, это плюс. А контролит ВД будет сейчас. Плохо. Плюс камушек покатится, Сларка не попал. Сларк должен справиться. Нет, отбой. А, тут тоже Випон Смит, походу. Ну да. Жаль. Рики бы в 2. Я не знаю, Санкинг хорошо, но Вайпер, наверное, чуть получше будет. Ч-ч-ч. Вот это включим, вот это выключим. Очень много лустрикеров. Не знаю, как со Скадией подерусь. Нет, это не шестихант, а орка-хант пока. В зависимости от того, да, что Сларк тут колобродит. Вообще Сларк тащит пока. Да добей его, рыба моей мечты. Шестисин нужен. Пока не вижу в этом смысла. То есть мне нужен бан какой-то. А вот теперь есть в этом смысл, но не так скоро. Тролль очень дорогой. Что еще могу забанить такого вот, чтобы вкусно и недорого? Те же 12 голды Найт, но только 3 двойки. Тройка, четверка. Да давай. Так, мы вроде там справились в прошлый раз. Хотя теперь... Ой, теперь это 6 хантер. А вот теперь не справимся. Лужа, да, еще не попадает. Кого надо, хотя... Нет, 6 хантер слишком сильный. Ну почему ты выстрелился на этот раунд 6 хантера? Оу. Душнила на стримере, зашла на минус 8. Морфа надо вытащить, да? Морфа надо вытащить. Вытащить морфа. Это нужно. В смысле недорого? Бань воинов? Да, мы это заслуживаем. Блин, тучка сейчас будет побольше, поприятнее. А, дев крипов будем, скорее всего, с клокворком еще дефать. Опа! Сабзир что-то знал, да, что ему придет Даргир? Прям со старта нежить. Вообще без компромиссов. Уверенно, уверенно поступил молодой человек. Страха нет, здоровки. Я даже сегодня специально заехал, взял энергетика, потому что боялся, что меня может... Ой-ой-ой. Ты-то такой, давай, до свидания. Раз, два вместо клокворка, думаю, да. Так, ради бога, Сларка нет, а...
Ну, то есть нам уже это ничего не нужно. Ладно, мы в порядке. Фу, не то ты пьешь, выкинь эту гадость, достань нормальный напиток. Нет, я же говорю, что у меня обычно нет нормальных напитков, так что... А, ладно, достаю. Проверяй. Водичка и Дельвейс. Нормальный напиток? Ты доволен? На престах я стоять не буду. Клокорк мне тоже, скорее всего, не нужен, но пусть сидит. Вчера я видел Бакта, три ВР-ка кидал связку 4 раза подряд. Соответственно, 8 тушек стояли и смотрели, как их убивают. Может, там боги какие-то были, а у ВР-ки инстазарядка? Не знаю. Не знаю даже, как это должно работать. Морфа надо вытаскивать. Ну, я пытался его найти. Не уверен, но попробуем так. Чё у нас с Випенс... Ух ты, ёбушки-воробушки. Давай так. А, один оф дизоль. Ой, этот БФчик. Как же ты хотел Т2 выставить макаку? Конечно, хотел. Там бы сразу резко планы поменялись, но нет. Ну, то есть Т2 макака на сине, это то, что в принципе можно выставить. А где все морфлинги? Вот он, да, один. Кто украл всех морфлингов? Чузик вот хочет украсть всех мип и эсэфов. Что-то не идет, да? Там что-то их ворует? Нет. Нет. По идее, так должен стоять, но ко мне давно тролль не заходил, но я, пожалуй, так лучше останусь. Очень давно тролль не заходил, да? Угу. Надо по-честному с троллем подеремся. Как мужчины. Без всяких грязных тучек. Какой дэмэдж у Сларка? А, дэмэдж у Сларка, говорили они? Ничего не знаю. Надо было макаку бить. Макаку. Вот так вот. Во. А ну давай. Ну ты красавчик. Вы видели, заэвейдил еще в луже в этой ссаной горящей стоять. Нафиг нам это надо. Гоу побеждать. Нормально, да, мы придумали? Ой, как же все плохо-то. Теперь я вот так тучку хочу ставить. Не, наверное, даже так все равно. Так, ну ладно, бист не скастил второй раз, тут богов нету. Ладно, нет, тут вообще все хорошо. Тяжело уж со Скади драться. Далеко у нее тройки. Она в левел топит. Димас воет без вайда. Но это нормально. Это абсолютно нормально. То есть какое-то время это имеет смысл. Но у Димаса есть шанс умереть богатым. Вайпера нашли. Давай выставим приоритеты. Как-то так выглядят наши приоритеты по юнитам. Хотя я тоже тут, да, могу под эсэфчик, под это, под чузик вот как раз. Под чузик тучка неплохая.
Как-то у нас Китсон Кинг зарядился просто мгновенно. Вот, 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 вот это убить, убить, убить. Он тут максимально был. Глупый старт файт. Ой, какой этот морфлинг просто этого матча. Вы это видели? Вы это видели? Я второй день удивляюсь морфлингу. Какие фишки они вытворяют, эти морфлинги. Они просто красавцы. Просто соло солят катки. Слишком легко для морфлинга, все верно. Просто изейшая для этого, этой водички, она перетекает во славу нашей победы. Димас починился тем временем. Сларк, ты что бьешь? Алло. Ну такое. Ну такое. Ой, вот это уж сильно, сейчас нас сильно пробьют. Blackface Gear я уже, наверное, не успею постоять, то есть скорее монополия. Ну без троек тут я не дерусь. Сларки предметы хорошие, 2 оф сларк, надо это дороливать. Бабки вроде есть. Здорово, доги, с качеством все ок, да. Спасибо за беспокойство. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Лочить ли? Я думаю, лочить надо враливаться и... Два уфрики. Сларк, там бар пойдет. Сларка надо вытащить, замонополить. В нем предметы, это важно, прям сейчас сделать. Брать монополию и тащить. Можно было бы морфан дать. Этого жалко. Так просто. Так вопрос, что дальше? Рикос, когда придет, да, мы его доролим. Пока ставим так. Держи вот это. Спасибо за фоллоу, Антитон. Изи. Да-да, легионка. Ну, кстати, она все равно в крысину убежала. Корлеона, приветствую. А Чузик... Блин, у него ничего не было, взял, все вытащил. Привет, сосисонька. Велком. Надо это отпустить. Spirit Breaker.
Деньги не проблема. Я думаю, что и Рики надо доролить. Почему бы и нет? Не срослось, ладно. Не срослось немножко с Рики. А, так, я что-то... Дальнейший план не до конца придумал, что у меня будет. Ну, наверное, Наги. Раз, два. Все хорошо, но Наги могут больше пригодиться. И поймали Сларка. Вот жопушки. Ну, тут он ничего не сделает, его пробьют. Больно. Хотел с Рики вытащить. Не шмогла я, не шмогла. Ладно, крипов пробьем. Посмотрим, что нам игра раздаст. О, Наги плюс что? Наги Тайтхантер потом, да. У нас есть Темпларка, который поможет нам драться со всеми в левел выходить. Но Рики надо закрывать. Возможно, искать еще одного Рики. Кста. Ой, такую неприятную тучку надо, да, будет ставить. Сюда. А учусь-ка это 3 СК, да, чё я его тогда тащу? Это же вообще за грань добра и зла. Я так и думал, да, что это придет. Держи. Прям вовремя, Наги. Очень вовремя. Что такое? Магия? На нах, магия. Радианс. Хороший слот в авточес. Хороший, но не для всех сборок они не нужны. Блин, Чузика надо выбивать, пока он там своих эсэфов не нашел. А он уже их нашел. Ха. А он уже их нашел. И что с этой неприятностью делать? Беда. Чузан сейчас проблемой будет для всего лобби. Кстати, что закрыли, к чему это? Да просто сделал крылышки. А, там, я же говорю, что Арчи вчера задонатил 50 подписок. И я говорю, ну хочешь сделаю какой-нибудь смайлик? Ну давай, ну Арчи это же от Архангел производная. И, то есть если... Ой, какой купол плохой. И то есть можешь сделать какой-нибудь смайл с этим. Я говорю, ну подумаю, что получится. Вот придумал крылышки. Вот это надо, наверное, скипать... Ну, потому что надо. Почему не KFC? Хороший вопрос. Блин, а шейкер взять? Или дорого? Вообще надо брать. Че СК тогда отдал? А далеко там? Далеко, ну, такое. В любом случае, восьмой надо выйти там думать. 50 сабок и все равно вернулся. Да. Всем привет. И тебе тоже, Ирен. Мя-мя-мя.
Ой-ой-ой, ты давай, вот, вот не в ту сторону ты пошел, вот сюда надо было. Ладно, там Рики справится. Рики ж справится. Он перестал в нее попадать. Сусан Кинг, ну ты хоть. Ладно, тоже повезло. Саб-Зеро меня задефал, но потому что да, у меня Рики стоит плохо. А вот под всех-то одного Рики не, по не возьмешь и не поставишь. Селедку назад убирать. С чузиком что-то надо делать. Чузик, вот ко мне чузик пришел, но здесь угадал. Ой, только вот это вот. Ой, вообще не угадали вы, дурацкие сины. Что же вы творите, дураки? Все прыгнули в одну сторону, у них... Ой, боже, какой это просто засада. Какая это засада. Ой, нет, ну почему так больно? Никто, просто никто не захотел прыгнуть к этому вонючему СФу. Никто, ни один. Ой, минус чузик, как хорошо. Сейчас чуть проще станет жить. Пойдет. Я был онлайн, когда Шева дарил хрену тучу подписок, и все равно мимо, страха нет, но бывает. Сосисочка, и давай последний раз, дай мне повод, это о чем речь? А, Гном Узурпатор, здорово, добро пожаловать. Что будем делать? Что не хватает? Чуть-чуть не хватает. Криты могу пока собрать. Дальше посмотрим. Элитка. Чузик там замонополить ничего не успел, да? Ты где стоишь? Давай. Ой, не успел поставить. Ладно, Сларк, держи. И вот это держи. У нас шаров нету. Ну ладно, тут не так критично. Здесь критично. Здесь критично даже... Короче... Как вот это просунуть, надо подумать. Туренов у нас никаких нет. Лема мне не поможет, с нежитью тяжело. Драться только на нежить будем, да? Угу. Надо было это тоже убирать, но ладно. Так, чуточку получше. Смогу ли я это выставить? Думаю, что нет. Не смогу. Что еще? Вот это хочу убрать. Вон там и так, где надо появиться. А, по предметам зверей все-таки может ставить или нет. Доролить вот это меня апнет.
Ну, давайте посмотрим. Конечно, с нерстью лучше зверями драться, да, и кором найти все-таки темпларку. Не хватает аджора, каких-то варлоков. Блиновато. Здесь он не так сильно дефается, но надо убивать дракона, то же самое проблемное, да? 34, вот это я не соберу и, скорее всего, от него откажусь. Ой-ой-ой-ой-ой. Enchanted, I'm sure. I'll just sharpen my spear and I'm ready to go. Хз даже. Вот Сларк забежал хорошо. БКБшку нажмешь? Боже, куски просто от Сларка. Его бара, кстати, дракону засейвил сейчас люто. Вайпера собрать не поможет. Ну тут не такое страшное пробитие. 35-е. А, отдать. Ну, короче, да, отдаю. Шейкера я оставлю пока. 35-е крипы. Гоу так. Эх ты, неправильно ты морфа закрыл. Надо же было на 29-м, чтобы замонополить. Тоже так думаешь, морекопчик? Я вот тоже так думаю. Может, пробьем так, без предметов? А что я могу сделать? Демона, вайпера, агров. Вот этого на агре. Интересный, конечно, предмет, но все не то. 9-й я не выкручу. Хотя бы вайпера попытаться вытащить. А из запов у меня есть рапирка. Обязан брать темпларку. Да, кстати, бабочка. Нужен вайпер. Насколько мне поможет 9 син? Но я не выйду в 9 сена. Все здорово. Это все здорово. Бафают меня звери, бафают, но будет ли лучше поставить темпларку? Дракон убежал и всех расстрелял. Некрасиво получилось. Как убить клятого дракона? Вообще ни одного файта, да, не прошло так, чтобы дракон нормально помер. Ответку собрать надо было, может быть.
Enchanted, I'm sure. Блин, Вайпера сделать кэрри вместо Сларка было опцией, но... Ну, вообще ничего не понятно. Пробуем не трогать дракона там. Не знаю, насколько это выгоднее. И Сларк даже не успел к нему подойти. Плохо. Больно. Здесь было чуть веселее, но все равно не хватает. Кэрри, Вайпера сейчас пока нет. Там Кларки. Нету Вайпера. Если я продам вот это и вот это, посмотреть, что я могу поставить? Ничего. Два варлока Энигма уже, что-то многовато просто. Из безудачного какого-то прыжка ничего уже не делаем. На тебя на удачу. У дракона слишком много предметов хороших. Ну ладно, топ-2. Плохо, что Вайпера не хватило. Его же в лобби никто не собирал. Но он почему-то не захотел заходить в 3. Жаль.